Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Если у вас есть возможность сделать прививку от коронавируса, то не пренебрегайте этой возможностью. И любая зараза или нечистота, которая могла бы быть связана с многоразовым употреблением одной и той же ложечки для причастия, она полностью исчезает благодаря вот этому преображающему действию самих святых даров, которые являются телом и кровью воплотившегося Бога. Не бойтесь чем-либо заразиться от других людей через причащение с ними из одной ложки. Святость тела и крови Христа уничтожает всякую заразу. Чаша и ложка для причащения – это те предметы, которые не защищены от попадания на них бактерий и вирусов. И эти сосуды не защищены полностью от того, чтобы через них могло передаться какое-то заражение. Я хотел бы, пользуясь этой возможностью, также всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, посоветовать, если у вас есть возможность сделать прививку от коронавируса, то не пренебрегайте этой возможностью. Но я хотел бы сказать также и о другой упомянутой победе, о вакцине, которая появилась. Я думаю, что это очень важный вклад, может быть, решающий вклад нашей страны в победу над коронавирусом, который пришел к нам извне.